да, ты где? В смысле где? Я прячусь от тебя. Просто реально, мне что-то стрёмно, что он сейчас может куда-то не в ту сторону. Давай, тормози, малой. Да торможу я, что? Чё вам? Да стоп, чё вам надо? Ай! Это ты кричал, да, до этого? Значит, я знаю, где он, Давай тормози, слышишь? Вы чё, пацана, обижаете, а? Тебе дороги, что ли? Вам чё, дороги, что ли, мало? Пацан маленький, вы чё? Чё, в чём проблема? Ребят, всем привет. Мы сейчас с Максом находимся прям в глубине леса. Это уже не где-то там на въезде и так далее. Смотрите на него, теперь он выглядит реально уже как подготовленный. Шлемак, короче, ему это понравилось тем, что он сам выбирал, что он походит по цвету к самому фитбайку. То есть черно-оранжевый. Поэтому вот, в общем-то, мы из-за этого и ждали его. А камеру я им прицепил тоже не просто так. Просто экшенку, короче, вот эту GoPro неудобно было там никак фиксировать. А я посмотрел, что да, там крепит к шлемам, но это пока что... Я только сейчас узнал, короче, я бы не успел сейчас просто найти крепление и все быстро подготовить. Вот, в итоге купили ему вот эту штуку тоже. Теперь она чуть-чуть да защитит, наверное. Я не думаю, что она супер сильно защитит. Нам вообще сказали, что в целом эта штука не настолько уж прям нужная, что главное это наколенники, на локотник. Я же не тоже прям всегда падаю. Ну как, ну сегодня пока не упал. Просто мы катаемся уже довольно-таки долго, и я почему все это не снимал? Потому что хотел сейчас, чтобы он сначала адаптировался. И плюс сам я еще учусь заново ездить. Потому что, смотрите, короче, ситуация. Тогда, когда упал, там какая-то херня произошла с тем эндуриком. Он просто перестал заводиться, постоянно стал глохнуть. Короче, какая-то жопа. Я отвез его, в общем, на ремонт. И там продавался бэушный у них. Вот такой, в общем-то. Он, короче, в итоге мощнее. Я не знаю, зачем мне мощнее, учитывая, что я, в принципе, ни разу там быстро даже не ездил и не умею ездить сам. Потому что я не питбайкер. То есть я только на велике в детстве катался. В общем-то, на этом все. Но тут как минимум 10 спидометров. Видно, какая скорость стоит. Это уже гораздо-гораздо удобнее. Потому что обычно там приходится попасть. Там нейтралка. Тут же все видно, все понятно, в общем-то, как у него. Вот. Короче, сегодня хочу снять развлекательный видос. Сегодня не будет уже тех пацанов, потому что это уже другой лес, это прям в городе у нас, можно сказать. Ну, не совсем в городе, но... Вот... Я свое слово не проспорил, и мы их выиграли. Да, мы их выиграли. Кто молодец? Я. Да. И ты. Да. Вот. Короче, суть сегодняшнего видоса в чем? Знаете, есть, короче... Прятки, экстремальные прятки, кто-то снимает, кто-то снимает прятки на машинах. Я хочу снять прятки на питбайках, соответственно, со своим сыном. И сегодня мы с ним разделимся. То есть именно поэтому я хотел, чтобы он научил сейчас более-менее нормально ездить, контролировал, чтобы он не глох, чтобы он мог сейчас один от меня уехать и не паниковать. То есть в целом мы сейчас и ехали по отдельности сюда уже. И в принципе он спокойно доехал, поэтому можно спокойно сейчас разделиться и кататься порознь. Но не просто так. Соответственно, у нас ничего будут себе. Рации. Да. Power on. Так. 14. Пусть будет 16. Короче, нажимаешь вот эту боковую кнопку и что-нибудь потом мне говоришь. Сюда. Да, это на случай, если мы потеряемся и так далее. Вот. Попробуй чего-то. Ну, это надо подальше отойти тебе. Power on. Побежал. 16. Ребят, я много раз вам рассказывал, что в свободное время играю на проекте Радмир, а он же Хаслась с мобила. Вот наша точка спауна, вот уже часть моей банды зашла, как только подрубился. Короче, сейчас цвет тачек меняем у банды все на фиолетовый. Как видите, нас легко определить на серваке. Если видите фиолетовые тачки, скорее всего, это наша банда. И у вас есть также возможность к нам присоединиться, потому что мы ищем ценных реально там игроков. X-класс можешь тэпнуть, если... Кого тэпнуть? X-класс. Да, кстати, у нас тут еще... тут же помимо всего... У нас же еще вот... Очень много тачек, и они все переломаны. Я не понимаю, как так. Короче, ребят, у нас сейчас ситуация достаточно непростая. Присоединяйтесь к нам, ребят, короче. Присоединяйтесь в нашу банду на 16-й сервер. Да замолчи ты. Просто, ну реально уже не это... Не могу с вами общаться. Короче, присоединяйтесь на 16-й сервак. Обязательно вводите мой промокод. Ждем всех в нашей банде.
рады будем каждому, кто будет какой-то вклад вносить. Как бы вот, вот это моя личная тачка, это моя личная тачка. А эти все тачки, гелики, трыксы, мерседесы, это все принадлежит нашей банде, и этим всем можно будет пользоваться и вам. Поэтому залетайте, и в банде также вместе ходим на все рейды, на все захваты. Поэтому ждем. Ссылка в описании. Игра абсолютно бесплатная для тех, кто не понимает, для тех, кто не шарит. Игра абсолютно бесплатная, поэтому залетайте. Играть можно также на мобиле, если вдруг вы не понимаете. Вот Хасл, не знаю, видно или нет, Хасл. Вот, залетайте. И также у нас есть беседа ВКонтакте. 3300 участников, общаемся все только по игре. Все тут друг другу помогают и так далее. Я также сижу в этом чате, если что-то есть там дельно, я пишу. Ссылка также будет в описании. Залетайте, будем рады каждому игроку. Чё, слышно меня? Я не слышу. Ну вот, все работает, все отлично. Вот, короче, рацию берем с собой. И твоя задача спрятаться так, чтобы я тебя не нашел в этом лесу. Искать я тебя буду... Очень просто, мотоцикл твой будет гудеть, я буду идти по звуку. Это как бы тут есть эхо, соответственно, поэтому будет тяжеловато, но я буду тебя искать до талого, пока тебя не найду. Рация нам нужна на случай, если вдруг все, я сдамся уже, не смогу тебя найти, либо у тебя какой-то форс-мажор произойдет. Просто, ребят, что, тут нет связи. Не слышу, потому что мы очень близко стоим. А, точно. Да, там надо дальше стоять, и плюс ты не туда смотришь, он у меня вот тут вот. Вот. Поэтому, короче... Кладу в карман. Да. Не потеряй, главное, потому что если сейчас рацию потеряешь, мы уже не словимся, потому что связи тут телефонной нет. Да. Понимаешь, да? Поэтому сейчас максимально осторожно. Я даю тебе фору. Пару минут. Да, даю тебе время чуть, чтобы ты... Включена у меня? Нет, еще не включена. Включай. Сейчас я тоже включу. Все, запись вся пошла. Че, все, пошел? Если, конечно, сможешь сейчас. Давай, пока, удачи. Давай, прячься лучше. Блин, ну смотрите, согласитесь, все равно. То есть, учитывая, что он не мог раньше не тронуться, ничего, а сейчас он уже, ему надо на вторую переключаться, надо на вторую. Он сказал, что будет учиться, я надеюсь, что он реально будет учиться сегодня. Не халтурить, а учиться переключаться, потому что на первое это, конечно, не дело, что он постоянно катает. Так, фух, а мне самому тоже, короче, предстоит сейчас... поучиться, потому что я серьезно не умею. Я клянусь, я не умею. То есть он реально мощный для меня. Можете меня хейтить, можете засирать, но... Так, стоп. Так, может куда бы свернуть? Блин. Погнали, короче, искать! Ой. Да. Так эпично все звучало, да, в итоге. Все, едем искать, короче, Макса. На второй скорости, чтобы потише хотя бы перемещаться. Я сейчас не буду гнать, потому что я буду его искать. Он мог спрятаться где угодно. Я ему сказал, если я тебя найду за полчаса, то ты будешь делать все, что я скажу по дому целую неделю. Если я его не найду, то он просит у меня все, что захочет. Ну, в пределах разумного. Самолет я ему, конечно, не смогу позволить. Но в пределах разумного все, что он захочет, я смогу ему дать. Так, все. Ребят, мы приехали. Не самое лучшее место. И вроде бы, кстати, неплохое. Так. Сейчас, давайте попробуем дозвонить до Макса. Алло, меня слышно? Тихо. Я слышал что-то или мне показалось? Алло, Макс, меня слышно? Да-да-да-да-да, ты где? В смысле, где? Я прячусь от тебя. Я тебя ищу. Смотри, ты помнишь, да, наши условия? Если я тебя нахожу за полчаса... то тогда ты неделю делаешь по дому всю работу. Если я тебя не нахожу за полчаса, то я покупаю тебе все, что ты захочешь. Ну, что-то одно такое, что ты захочешь, что попросишь. Макс, а я могу спрятаться вообще в любую точку? В
пределах этого леса, да, ты можешь съехать с дороги, спрятаться за деревом там куда-то, но именно в пределах леса, то есть вот именно по дороге и не прям куда-то вглубь, а именно съехать с дороги где-то вот неподалеку от тропинки спрятаться, допустим. Ну все, я понял, давай, пока. А ты что, у тебя там ничего не гудит, ты все заглушил, мопед свой? Нет, я просто недалеко от тебя. Ты мне сейчас сказал, что можно по всему лесу прятаться. Я думаю, сейчас разворачиваться и еще дальше, вглубь ехать. Собака. Не-не-не, не вглубь. То есть вот именно вот тропинка, и от нее куда-нибудь влево, вправо можно, да, с дороги, да, но не глубоко. То есть вглубь прям не надо. А так по лесу, да, по дороге ты можешь ехать в любую сторону, куда захочешь, но не выезжая из этого леса. А ты уже начал меня искать? Конечно, я уже еду от себя, катаюсь, ищу. А ты где-то рядом? Ну, я тебе не скажу, Макс. Ну все, давай дальше, короче, ищем. Сейчас я тоже завожу мопед свой, поэтому тебе надо постараться завести одновременно со мной, чтобы я не услышал тебя. Да, своим мотором. Поэтому вот, я тебе подсказку уже дал, и так слишком здесь много помогаю. Поэтому жди, пока я сейчас заведусь, потом ты заводись. Так, стоп. Где он может быть, я без понятия, если честно. Но мне кажется, он где-то недалеко, потому что он боится, скорее всего, далеко уехать. Он, наверное, подумал, что где-то тут может спрятаться, поэтому... А вот тут это уже тяжеловато, он может тут свернуть куда угодно. Я просто еду вообще куда-то не туда. Я забыл, Макс мне говорил, что вглубь нельзя. И главное, не заблудиться. Алло, Макс, меня слышно? Макс, алло. Нет, это тоже не он. Макс, ответь, пожалуйста. Макс, ты где? Я тебя вообще потерял, а походу куда-то не туда уехал. Макс, алло, алло. Ты слышишь меня? Я боюсь, что... А в принципе, чего бояться? Я не помню, Макс мне говорил, вглубь нельзя заезжать. Я сейчас звонил ему, не отвечает. Макс, алло, ответь. Просто реально мне что-то стрёмно, что он сейчас может куда-то не в ту сторону уехать, и все, и будет вообще просто полное очко. Макс, ответь, ответь, Макс. Папка, любимый, родненький, ответь, пожалуйста. Я начинаю переживать чисто из-за того, что он меня просто игнорит. Вот из-за этого я начинаю очень сильно переживать. Макс, ты где? Скажи мне. Можешь место не говорить, просто ответь, чтобы я понимал, что все нормально. Мне я реально переживаю, вдруг ты там где-то упал. Поэтому если ты просто прячешься и прикалываешь, то это не смешно. Блять, если он сейчас потерялся, либо где-то упал. Ну не должен был, не, я не верю. Все, ждем, пока он выйдет на связь, я держу рацию при себе. Если он начнет что-то говорить, по крайней мере, я его услышу. Потому что она тоже вибрирует все равно. Ну тут, видите, тут реально людей нет, тут можно кататься, ты никому не мешаешь, потому что да, ты приезжаешь мимо людей, но они спокойно реагируют, потому что тут это предназначено для того, чтобы тут кататься. Конфликт с местными и так далее. У меня жопа отваливается уже, честно скажу. Макс, выйди на связь. Я ищу тебя. Я все, я сдаюсь, ты выиграл. Тихо. Тихо, тихо. Да-да-да-да-да, ты где? Че-че-че? Макс, слышь прикол? Давай, говори прикол. Все нормально, ты не разбился? Макс, слышно? Да слышно. Слышь прикол, ты говоришь? Да, да, давай. Я заблудился. Блять, а как ты заблудился? Где ты заблудился? Ну, я куда-то в лес заехал. Ну, вроде как не заблудился. Я примерно знаю, куда ехать. Я знаю, куда ехать. Сейчас попробую выехать. Давай, пока. Давай. Фух. Фух-фух-фух. Заблудиться он тут не заблудится, потому что в целом лес всегда выходит куда-то на дорогу, поэтому за это я не боюсь вообще никак. Тут вот как-то это,
поспокойнее, короче, уже. Ну, слава богу, что все в порядке. И, ребят, короче, я вот что-то отъехал в какое-то укромное место. Не знаю, мне тут нравится, тут так спокойно, тихо. Мне еще нравится свежий воздух здесь. Я отъехал, чтобы записать это видеосообщение Максу. Мы с ним раньше очень мало общались. Но я вижу, как он честно старается для меня. Я очень люблю его. Я не говорю это ему. Просто я боюсь, стесняюсь, не знаю почему. Я решил сделать это таким образом. Я тебя очень люблю, пап. Я вижу, как ты не спишь ночами. Как ты покупаешь мне все, что я хочу. Как ты делаешь просто все для меня. А я этого не ценю. Спасибо тебе, огромный пап. Я тебя очень люблю, ты у меня самый лучший. И все твои старания, которые ты делаешь для меня, я все это вижу. Я просто боюсь тебе сказать спасибо. Я все детство я жил без отца. Мне было очень... Не хватало мне мужского внимания. А тут появился ты, у меня ты. Я честно, я очень ценю тебя. Абсолютно все, что ты делаешь, мне это очень дорого. Я бы хотел бы вот сохранить наше общение в лучшем виде. Ребят, я думаю, сейчас уже надо выдвигаться нам. Но я сделал напоследок то, ради чего я сюда приехал. Алло, Макс, слышно меня? Да, слышу. Макс, я хотел тебе сказать спасибо тебе. За что? Да, так просто. Хотел тебе сказать спасибо. Ты учти, я ищу тебя. Если ты сейчас пытаешься меня запутаться, бить в пути, я все равно тебя сейчас найду. Ну, давай, ищи. Ребят, пока катаюсь еще у Макса, хочу вам рассказать про своего знакомого, который сломал реальную игру, сделал свой софт, который хакает ее просто полностью, и благодаря этому софту можно от 3 до 5 тысяч в день реально поднимать, реально. И действий там нет никаких сложных, это все занимает 1 минуту. Для этого просто сверху сейчас вот подсказка, прямо сейчас, это ссылка на ролик, на этот ролик переходите, и все вам станет понятно после этой инструкции. Короче, залетайте, я сам по 30-ке в неделю запросто лутаю. Поэтому пользуйтесь. Ну, блин, ребят, что-то скучно как-то. Просто прятаться. Я решил просто мимо него покататься. Так, может, сюда? Тихо-тихо. Проезжайте! Так, я поеду туда. Глупый, что ли?
Вам что еще раз надо, спрашиваю? Я тебе говорю, проваливает от руля. Отстань! Бля, я включил камеру, потому что я, походу, слышал крик. Макс, у тебя все в порядке? Мне показалось, я твой крик слышал. Макс, меня тут подрезали, поезжай быстрее, у меня нога сейчас отвалится. Это ты кричал, да, до этого? Макс, да, ну быстрее, бля, значит, пожалуйста. Значит, я знаю, где он. Какие-то типы на тачке там. Я ни хрена не понял, он что сказал, там что-то случилось, а что я не понял ни хрена. А где Макс-то сам? Вообще не понимаю. Его тут нигде нет. Я слышал крик, отвечаю, слышал крик его отсюда, с этой стороны. Все в порядке? Макс, что случилось? Что случилось? Макс, что случилось? Что случилось, говори? Забрезали какие-то мужики на Жигули оранжевом. Они начинают просто меня подрезать, и я упал. Мужики или пацаны? Мужики, им лет 40. А ты что-то сделал, что? Не плачь, все нормально, все, не парься, все хорошо. Ты что, ногу ушиб? Да, вот на коленке. Что они сказали, что вообще произошло? Они там стояли, я когда... Чтобы прятать, на одном месте не сидеть. Я решил просто здесь покататься. Они стояли, я мимо них проехал, начинают за мной. Спрашиваю, что я здесь делаю один, я говорю, я с отцом. И говорят, чтобы мы больше здесь не катались. Я начинаю просто от них уезжать, а то мало ли что они. Просто я начинаю топить, они как на подрезают. Я еле успел затормозить. Сейчас их догоню, сейчас разберемся. Так, это вон все на оранжевый, да? Макс сказал, что быстрее. Да стой. Да, блядь. Я просто не пойму. Взрослые мужики просто ребенка на Жигуле пристанут. Что за херня? Я просто, блядь, не понимаю, что с миром этим творится. Пацан катается, не трогай никого. То одни, то другие. Твари. Что за мрка вокруг? Откуда вы все, блядь, беретесь, а? Тормози, сказал! Слышишь? Вы пацана уронили! Пацана уронили, тормози, я сказал! Блядь, я не могу тут даже проехать! Тормози, поговорим! Сейчас у меня, блядь, не дай бог, растают. Давай тормози, слышишь?
Тормози! Факси в жопу засунь! Ну там не 40-летние, там реально какие-то пацаны как будто. Может, Алекс? Ни хера себе! Тут тузко сравняться! Давай тормози, поговорим по-хорошему! Слышишь меня? Тормози! Тормози! Ты чё? Вы чё, пацана, обижаете, а? Открывай дверь! Открывай дверь! Открывай! Сейчас стекло тебе вышибу! Я тебе серьезно сейчас въебу его! Я сейчас въебу точно на... Открывай, блядь! Еще раз я говорю! Что стекло вообще не выставляется никак? Или я такой лох? Не пойму. Ножом у меня нож еще есть с собой. С кулака не выстегивается так, сейчас высужу его. Урод, блядь. Перекрою. Выходи. Выходи. Выходи, я сказал. Выходи. Вы пацана прессуете. Пацана Маленького. Он ехал, мы мимо него проехали. Вы его уронили. Где мы его уронили? Ты где едешь сам, отец? У него на камеру есть. Вы нахера к нему вообще пристали? Ты нахера пацана уронил, а? Тебе что, дороги что ли мало? Тебе дороги что ли? Вам что, дороги что ли мало? Пацан маленький, вы что, пристали? Что и что? Что и что, семечки? Что ты к пацану, блядь, проблема? Проблема у вас! Нахер к пацану, блядь! Нахер к пацану! Ты что, меня ихаешь тут? Ты что? Вы что, еб... Что? Стекло разбил, ездишь тут. Задел разбил. Какое ты что, дороги что ли мало? Нахер ты к пацану лезешь? Ехайте на трассу. Какую трассу? Это внедорожный мотоцикл, как раз предназначен для леса. Значит, сам езжай на трассу. Под куда ездить? Под какими окнами? Колей тут только лес вокруг. Ты что, извинись перед пацаном. Я что-то перед пацаном вылез, извинился. Все, я... Извинись. Я... Извинись перед пацаном. Ты сломаешь его, да? Вас найду! Вы чё, блин? Вы чё, уроды? Вы чё, на? Не подходи! Не подходи! Вы чё? Я сейчас реально наткну! Не подходи! Сказал! Чё вы хотите? Чё вам надо? Ушел от него, куда ты садишься? Ушел от него! Ушел! Убери перо! Где от него, сука? Ты куда собрался, с... Слышишь, блядь? Из машины куда ты собрался? Питбайк отдайте, сука! Питбайк отдайте, сука! Дыхло. Они вообще просто отбитые какие-то. Просто отбитые. Макс, что такое? Просто ничего не смог сделать. Они отбитые, вот что. В смысле? Где Пит? Где Энтура? Они забрали. Блять, я ничего не смог сделать, они... Нас, отец, догоняй. Я не поеду за ними, сейчас просто меня нахерачат еще. Кого? Что ты им сделаешь? Они по чем-то. Они просто по чем-то. Я не знаю, Макс, ну правда, что делать, блин. Мы хотели нормально показать, все за меня. Кладцы, блядь. Они отбиты какие-то, черти. Макс, если бы я их не встретил, этого бы не было. Сейчас вообще не в этом дело, блядь, забиты. Сука. Там, просто какие-то отбитые челы. Мне еще нога до сих пор побаливает. Че?
и нога болит. Нога? Ты руку мою посмотри. Вторую. Это как так? Ребят, часть конфликта будет в телеграм-канале, потому что это жесть, особенно когда я начал тыкать в них с ножом. Что, просто жопа. Они вообще не испугались, я думал, что он сейчас просто вот так на него. Короче, это все будет в телеграм-канале, здесь и без обид я, в принципе, не могу выложить, потому что, ну, сами понимаете, ну, куда вот это-то выкладывать, вообще не вариант. Поэтому ссылка на ТГ в описании, туда заходите, там смотрите. А? Это нож? Да, им похер на него, вообще был похер, понимаешь? Они просто шли на него и херачили меня. А я что им сделаю? Ничего. Слушай, давай-ка ты, наверное, это отдельно сейчас от меня. Во-первых, он сейчас, я думаю, будет новый конфликт прям опять. Куда мне что делать? Просто идти? Че? А вы что-то еще хотите? Мы тут подумали, забирайте свой мопед. Давайте без лишних проблем. Каких? В общем и целом. А какие проблемы-то, Миша, да? Чтобы вы ничего там не написали, только мы вашего малого там где-то задели, а мопед вам мало дадим. Ну, забирай. Забирай. Полез, попрошу вас тут ездить поаккуратнее. Так он аккуратно ехал нахер, а то у пацана он ногу себе повредил. Да ладно, малой, что там все? Да не бойся, ничего он не сделал. Ага, что ли? Да уж прошла. Ладно, пару дней дома посидишь, потом нормально все будет. Ну, нахера вот, ну, в смысле, а как аккуратнее, когда вы просто берете, подрезаете, что он пад? Он ехал, никого не трогал, ехал нормально. А езди с ним тогда. Ну, мы просто разделились, мы играли с ним в прятки. Все. То есть вы начали его прижимать. Я правда, я просто же мимо вас проехал. То есть в данной ситуации... Я... Вы не правы, вообще полностью. Если бы я не успел остановить, не упал бы, я бы вам фары бы врезался. На третьей скорости. Ничего, там и так стекло уже. Ладно, мы на вас не обижаемся за то, что нам стекло разбили. Но вы тоже на нас не обижайтесь, что мы вас мопед угнали. А ты, малой, давай. Катайся аккуратнее, только с папой. Давайте, парни. Давай. Поедем. Они за Яву испугались. Слышь, они реально боятся. Они за Яву боятся. Они за Яву боятся. Да. Короче. Я не знаю, что к чему. Они, походу, испугались. Реально, что-то там нечисто. То есть я говорю, они как будто что-то не то. То есть что, блядь, токийский дрифт. Я говорю, они выглядят, что, ну, что-то с ними не то. Все, заглохло в итоге. Ну, не надо это слово говорить, а Санек заблюрит, все, запикает. Но в целом, да, то есть как будто вот нетрезвые, так скажем. Ну, реально, да. Вот, и поэтому, мне кажется, у них либо условка есть, либо что-то такое, то, что сейчас, если что, то у них будут проблемы. Но мы с тобой так-так не собирались в ментовку обращаться, правильно? Да, мы что получается? Пацаны, а что, получается, все нам? Вернули. Ну теперь все, дорогу собаку. Максимально просто все оказалось. Правда, кулачки у меня болят и лицо чуть с ребром. А так? Да. Что, домой поедем? Поехали домой. А как в итоге? Я тебя нашел или не нашел? Я тебя нашел, получается. В смысле? Неделю по дому тебе работу выполняешь. Смотри по камерам. Ты мне звонил, говорил, все, Макс, ты победил. Ну все, завелась на мне. Ты сказал, что я победил? Ты мне звонишь по рации и говоришь, Макс, все, ты выходи, ты... Ты это слышал, что ли? Да. А ты что меня игнорил, когда я это говорил? Потому что я заблудился, я не знал, куда ехать, мне сейчас вообще не до этого было. Я искал, куда выехать, вспоминал. Так это тогда не считается, ты сам не знал, где ты прячешься, не прятался, ты заблудился. Все, ты сказал, ты свое слово не держишь. Ну ладно, я что-нибудь куплю, но в разумных пределах. Я знаю. Не супер дорогое только. Кстати, насчет не супер дорогого, ребят, хочу сейчас поблагодарить одного своего знакомого, благодаря которому я зарабатываю от 3 до 5 тысяч в день. То есть я благодаря нему уже заработал 30-ку за неделю.
максимально просто. Короче, чел просто реально хакнул игру, сделал свой софт, свою программу, которая реально определяет в какой момент, куда нужно нажимать. Инструкция будет вот здесь, вот квадратик с роликом, по нему переходите, залетайте. Это подробнейшая инструкция, по которой вы сможете как раз-таки тоже зарабатывать. Поэтому залетайте. Это реально, не знаю, сколько когда пофиксят, но пока это еще разрабы не пофиксили, нужно пользоваться моментом.